Вся ночь. Все. Ну, потом, когда будем есть. Ну, залей. Извини, Константин. Наверное, был неправ. Все-таки не так это уже и легко делается. Зачернил стену. Сколько ждать? Полчасика подождем. Будем пробовать. Да, он сожрал своего детеныша. Там много детенышей. Нет, он такое гнездо сделал. Паучье гнездо. Забилась стандартная трубка душевой кабины. Смотрим, что стало причиной. Даже экспресс-разборка не помогает. Да. Разнесли только что весь фильтр, и это уголь, угольный фильтр. Наверное, скорее всего, из-за того, что поставили вот этот уголь. Так что уголь надо ставить, за углем надо обязательно ставить... Фильтр механической очистки обязательно. Ну, придется, короче, заменить ее. Нет здесь проходимости. Надо здесь разрезать и посмотреть. Паук сплел гнездо вон свое, отложил туда яйца. Думаете, посреди паук? Нет, паук сидит вон там, в дальней стенке на паутине. Видишь паука? И он сплел гнездо. Увеличь именно гнездо, Лена. Увеличь гнездо, пожалуйста. Вот. Еще увеличь. Вот, ты снимай гнездо. И паука теперь поснимай. Это гнездо? Гнездо с яйцами. Он сплел его в форме паука. Здесь чисто, он с того больше. Я себя покажу. Я вот такой. Жена была. Не особо чистый. Тачка для оффрода подходит. Рыбачкам выбрались с горем пополам. Сейчас покажу, где мы сидели. Вот здесь мы сидели. Вот такой вот оффроуд. Вот такая вот лесная прогулка. Ну что ж, поедем на мойку теперь. Помыться самим, помыть машину. Тачка для оффроуда. Эх, красавица какая. Вообще красиво. Поедем отопление. И ходим по санки диски. Будем по краю. От края до края. Небо в руке сгорает, и в нем исчезает. Батареями приклеиваем вот такие вот отражатели. Не знаю, насколько это повысит КПД батарей, но думаю, повысит. Вот так это все будет. Фольга будет отражать тепло сюда. Ну и дополнительно, наверное, будет какая-то теплопередача. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Все, всем спать. Что, пошла там вода? Нет. Okay. Ну вот только пошли. Иди, спи, смотри по всем комнатам батареи. Три тридцать пять утра. Ох, как проработались мышцы. Просто капец, все уже отваливается. Просто я весь мокрый. Вот. Вся майка мокрая насквозь. Но кухня доделана. Давай, быстро обзор кухни. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну, все, не доделано. Так.
3:35 ночи. И смотрим. Сейчас еще, может, еще чистанем. Вот наш караед. Там караед. 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 Отопление, батареи. Все работает. И здесь караед. Ох, уже фокус не наводится. То есть сегодня мы сделали вот эту стенку. И вот эту стенку. Переходим к покраске. Покупка Hammer Flex. 5 лет гарантии. На такой прибор. Вроде чешский прибор. 350 ватт. Заявляют, что у них мощность компрессора. 700 миллилитров в минуту. Вязкость до 60 дин. Хорошо. А краску мы выбрали Снежка 156. Снежка 156. Матово-латексная фарба для внутренних работ. Только глаз мне не вспыхнет, это опасно. Только на стену. Бой, води. Поймай эту палочку и веди, как в игре. Как в игре, смотри. Сильнее нажимай. Чем сильнее нажимаешь, тем она интенсивнее. Но чтоб не сильно, чтоб капли не было. Если будет капли, ты проиграл. Надо быстро вести, очень быстро. Чтоб тонкий слой был. Так, нанесли первый слой снежка. Белый. И теперь серебристая Монголия. Серебристая Монголия, да. А теперь у нас идет слой металлика, вот такого сухого нанесения. То есть сушим валик почти насухо. И начинаем наносить. Чтобы вот фактуру караеда и во все наши фактурные элементы оставались белые. А здесь сверху будет такой металлический слой. При правильном свете он будет... Вот, металл. Все, закончена работа. Первый слой белая снежка под низом. И вот такой вот металлик, серебро. Очень-очень насыщенный металлический цвет. Такой просто. И еще молотковый эффект. У этого цвета молотковый эффект. Ну, вот так получилось. Меня очень устраивает. Вот самое показательное, то, что я хотел, добился эффекта, это этот угол. Этот угол, он... То, что затевалось. Все должно было быть максимально похоже на этот угол. Вот. Мне больше всего нравится этот угол. Так, идем дальше. Ничего, не дотягивается свет. Ну ладно, все. Ну вот, работа готова. Посмотрим, что будет дальше. Все, это финальное покрытие. Металл. Металл с белыми жемчужинами прожилками. Класс. Красиво. Так, выходные большие продолжаются, и мы приступаем к плитке. Улаживаем ее шагом через три. Вот таким вот образом. Подмерили, начинаем уложить. Приступаем к работе. Вперед. Вот бы молоточек еще. Начинаю разбирать стеллаж. Видите, в той серии разбирал, а в этой разбираю. Собирал, а в этой разбираю. Последний раз мы видим стеллаж в таком виде. Ну что ж, приступаем к разборке стеллажа. Мама! Так, собрали первый шкаф, начали собирать. Мы купили понравившийся нам участок и возвели абсолютно новое здание с учетом своих желаний и предпочтений. Я любитель свободы. Я остановил свой выбор
на частном доме. Здесь никто не будет топать тебе по потолку, и ты можешь вести себя настолько шумно, насколько захочешь. 20 декабря. Осталось 10 дней. За 10 дней хочу вот здесь закончить ремонт. Мало осталось. Так, что появилось? Самое главное. Дай телефон возьму, пройду. Самое главное, это появились перила. Это защита от маленьких детей. Так, вот такие вот перила. Перила. Здесь площадка, но здесь еще будет дорабатываться кое-что. 20 декабря, половина первого, так на кухню уже тоже практически собрал. Плитка, смотри, появилась здесь. Не знаю, видели, не видели, наверное, же видели. Наносим первый слой корабельного лака на лестницу. Смотрим, что вообще получится. Заканчиваем налаживать первый слой. Первый слой, перед сном наложим второй. Первый слой корабельного лака. Думаю, обойдемся двумя слоями. Так, а здесь я разделываю людей. Так, ну это прихожая закроежена. Сейчас покрасим ее. Пока что первый слой это будет грунтовка глубокого проникновения, немного разбавлена краской. Первый слой. Тоненький. Так, нанес слой грунта. Добавил этой же краски туда, чтобы видеть, куда грунт наносится. Колер. Теперь приступаем к покраске. Ну все, покрасили. Ну это сейчас она высохнет, уже заколорируется. Прихожая готова. Остался только потолок. А двери? Двери потом. Что ж, пойдем в следующую комнату. Быстро-быстро красить. Так, ну что ж, попробуем сейчас, сегодня закрасить быстренько вот эти вот стены. Размешиваем краску. Начинаем красить. Красили все. Теперь надо положить вот здесь плитку. Тогда Новый год удастся. Ладно. Пошли на пенопласте обрезать на улицу. Система водоснабжения и канализации полностью функционирует. Водичка есть и на кухне. И течет она не в пол. Закрываем. И даже не в ведро. Все, система канализации, все здесь сделано. Вон уходит в нашу канализацию. И все. Так, долаживаем плиточку. Долаживаем плиточку на самовыравнивающуюся систему с Добровольским Владимиром сегодня. Он мой напарник. Владимир. Мастер Владимир, покажите ручки ваши. Набыть землю, придбать свой кут, кап с панских выпутаться пут, и там зажить себе на ново.
Своя земля, вся моя основа.